В Беларуси выросла средняя зарплата. Инфляцию удалось удержать в заданных рамках. Работу экономики с начала года обсуждают в правительстве. Рост реальных доходов составил почти 8%. Средняя зарплата достигла отметки в 1000 рублей. При этом в стране остались некоторые организации, где выплаты не превышают и 400. Таким случаем уделят повышенное внимание, чтобы по итогам полугодия исправить ситуацию. Обеспечен и прирост прямых иностранных инвестиций. Активнее вкладывает в нашу страну европейский бизнес. При этом есть и потери, в частности, на выполнении бюджета может сказаться вынужденный простой белорусских нефтеперерабатывающих заводов из-за некачественного российского сырья. То, что происходило с поставками нефти, мы почувствуем несколько позже. То есть пока вот за 4 месяца они на поступление доходов бюджета не отразились. Скорее всего, мы увидим эти выпадающие доходы по полугодию. И тогда уже по полугодию будем делать полную оценку исполнения бюджета. Но в целом, опять же, задача по наполняемости бюджета в соответствии с планом, утвержденным в бюджете на 2019 год, в соответствии с законом о бюджете, они сохраняются, и мы будем эту задачу выполнять. Правительство усилит работу по стимулированию экспорта. Объемы несколько снизились. Накануне это стало темой совещания у главы государства. Ситуацию поручено взять под контроль.